Вітаю. В прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні поговоримо про виробництво риб і морепродуктів. Конкретніше поговоримо про те, як малий і середній бізнес в Україні, і на Миколаївщині, зокрема, може долучитися до цього процесу. В нашій студії гості Артем Ващеленко, директор Центру підтримки бізнесу міста Миколаєва. Добрий вечір. Оксана В'ялова, кандидат біологічних наук, консультант з розвитку морської аквакультури. Я вас вітаю. Добрий вечір. Як завжди, ми готові приймати ваші дзвіночки за телефоном студії 47-74-72. Будь ласка, телефонуйте, якщо у вас є запитання, побажання. Ми будемо працювати в прямому ефірі ще близько 23 хвилин. Отже, безпосереднім приводом для розмови стала сьогоднішня конференція, доволі унікальна для Миколаєва. Конференція під назвою «Аквафармінг», тобто аквафермерство, можна сказати так, водне фермерство. Вона відбулася за підтримки серйозних європейських структур, Європейського банку реконструкції і розвитку, інших структур ЄС. Чому саме зараз і для чого? Ну, в первую очередь хотелось бы сказать, что Центр поддержки бизнеса, как партнер Европейского банка реконструкции и развития, планируя для себя план на 2018 год, определяя те приоритеты, которые, по нашему мнению, необходимо развивать в Николаевской области, безусловно, мы не могли обойти стороной такое направление деятельности, как аквафермерство. Дело в том, что по оценкам наших экспертов и исходя из того предыдущего опыта, который есть в Николаевской области, развитие морефермерства, рыбная отрасль, выращивание рыб, моллюсков, других морекультур – это фактически стратегическая возможность для Николаевской области в плане развития. Есть огромный опыт в Николаевской области, и мы сегодня, опять-таки, в рамках конференции вспоминали о тех предприятиях, которые работали и в советское время. Большая часть этих предприятий, к сожалению, утеряна, но перспективы на этом рынке сегодня огромные. Поэтому, формируя и определяя те приоритетные направления, мы решили сфокусироваться и в этом году поработать плотно над направлением аквафермерства. Перш ніж продовжити, я пропоную переглянути відеосюжет безпосередньо з сьогоднішньої конференції. Там прозвучить кілька основних тез, ну і можна буде побачити, хто взяв у ньому участь. Це був доволі представницький такий форум. Будь ласка, сюжет. Подібний захід в Миколаєві проводиться вперше. Та й в Україні. Взагалі не часто відбуваються дискусії про розвиток рибних ресурсів і морепродуктів. Мы действительно, к сожалению, единственная держава, которая имеет такой большой водный ресурс, которая практически его легально не использует. У нас есть огромная черпалка такая, которая собирает мидию, которая собирает креветку незаконно, абсолютно по-черному. У нас есть прудовая рыба, которая появляется периодически в розничных сетях, но официальной регистрации почему-то эти предприятия не проходят. Задача, на мой взгляд, создание легального бизнеса, который будет приносить очень высокую прибыль. Природа у нас щедра на півдні України, але всьому є межі. Використання водних біоресурсів, неконтрольоване браконьєрство, воно дає свої, так сказати, плоди. І ми бачимо, що популяції аборигенних видів зменшуються, ліквідність такого бізнесу, як рибальство, зменшується. Відповідно, той інтелектуальний потенціал, технічний, інженерний, матеріальний, його, відповідно, треба кудись перенацілювати. Тому ми розглядаємо фермерство, рибне фермерство, як перспективне направлення. Конференцію підтримав Європейський банк реконструкції та розвитку і інші структури Євросоюзу. Проявляють інтерес до цього напрямку підприємництва також і вітчизняні банки. Нам очень интересно сейчас найти людей, которым бы интересно получить от большого крупного системного банка именно финансовую поддержку для развития бизнеса, более предметно познакомиться, презентовать, рассказать о своих программах.
В центрі уваги було створення аква, тобто водних ферм. У світі такі способи розведення риб, молюсків та водоростей використовуються давно і успішно. Розвиток виробництва риби та морепродуктів в Україні і на Миколаївщині, зокрема, можливий лише в разі злагоджених дій підприємців, науковців і влади. Орендувати землю чи водну акваторію для ведення бізнесу, легального і прозорого, все ще дуже складно. Хоча учасники конференції відзначали певний поступ. На сьогоднішній день аквакультура в Україні дуже стрімко розвивається, особливо це стосується бізнесу, особливо це стосується комерційних підприємств малого і середнього бізнесу, там, де люди вкладають власні кошти, розвивають свій власний бізнес, ринок здебільшого зараз дуже популярний в прісноводній аквакультурі. Але ми розуміємо, що Україна – це морська держава, і розвиток марікультури, безперечно, буде в майбутньому, маючи такі можливості, маючи таку берегову лінію Чорного моря і такі кліматичні умови. Ми говоримо не тільки о рибі і молюсках, ми говоримо і о водорослях. Потому что на самом-то деле это полноценный рацион питания, который бы, я не побоюсь этого громкого слова, но изменил бы здоровье нашего народа, изменил бы в лучшую сторону, достаточно быстро и качественно. Ми працюємо в прямому ефірі, це тема дня. Готові приймати ваші дзвіночки. Якщо у вас є запитання або побажання, телефонуйте 47-74-72. Ми перелічили майже всі елементи міжнародного значення, так би мовити, сьогоднішньої конференції, крім того, що... Так. Значить, ну, кроме того, что это мероприятие в рамках инициативы EU4 Business реализуется при поддержке нашего партнера Европейского банка реконструкции и развития, наше длительное сотрудничество с европейскими структурами позволило включить события в Николаеве в повестку дня глобальную всей Европы, и сегодняшнее мероприятие, которое в Николаеве, также является частью Европейского морского дня. Европейский морской день – это уже 10 лет существующая большая общеевропейская платформа, на которой собираются общины в первую очередь, которые ассоциируют себя как морские территории. А Николаев, безусловно, это город и Николаевская область – это территория с морской традицией, с морской философией. Поэтому сегодня вот эти мероприятия стали практически первыми событиями за всю историю существования Европейского морского дня, когда Украина и Николаев стали частью этой платформы. Оксано, ви сьогодні були основним спікером, наскільки я міг помітити, і з задоволенням вас слухали, було багато запитань. Ну, спочатку коротенько, на якій стадії розвитку у нас сьогодні аквакультура і, зокрема, аквафармінг? А потім уже поцікавимо, що можна зробити для того, щоб якось його розвинути. Но на самом деле сейчас на Украине более или менее мы можем найти еще какие-то фермы пресноводные, те, которые выращивают что-то у себя там где-то в небольших каких-то ставках или же в УЗВ, это установки замкнутого водоснабжения, то есть это бассейновое выращивание. И, к сожалению, совершенно отсутствуют какие-либо фермы по выращиванию на Черном море. Побережье практически более 1000 километров, которые мы можем использовать. Некоторые из них это песчаные отмели или не очень удобные для судоходства, для развития какой-то портовой инфраструктуры, технических сооружений, но которые с удовольствием и с успехом можно использовать для разведения каких-то водных организмов. Сегодня я попыталась в своем докладе представить весь спектр животных, растений и так далее, все, что живет у нас в Черном море, все, что мы можем выращивать здесь. Накоплен большой мировой опыт выращивания, применяя различные технологии, которые можно просто адаптировать, подбирать акватории, подбирать чистоту воды, подбирать места, где это не будет мешать громаде, где-то не будет мешать развитию других каких-то инфраструктур, но тем не менее развивать именно аквафермы. Можно я скажу вот один только вот по поводу статистики, что Международная продовольственная организация подвела итоги, она подводит каждый год, и оказалось, что вообще физиологическая норма потребления 20-21 килограмм рыбы и морепродуктов в год на человека. Это то, что положено, нужно, чтобы потреблялось людьми. Так вот оказалось, что... Самые морепродукты, это вся рыба, но при этом они, специалисты говорят, что 75% из них должны составлять именно морские и рыбы, и морепродукты. Так вот оказалось, что вот к 2016 году впервые человечество
количество достигло объемов именно вот эти 20 килограмм. До этого было гораздо меньше. И, к сожалению, Украина практически на одних из последних мест. Всего по Украине около 14,5 килограмм потребляется. Вот сейчас это по факту на 16-й год. А, к сожалению, в Николаеве около 10 килограмм всего. То есть вот это тот факт должен, во-первых, насторожить вот всех. Вот сейчас... Сколько у нас водных ресурсов? Абсолютно верно, да. То есть у нас столько водных ресурсов, у нас как пресноводные, как и морские. То есть вот на это надо обратить внимание, потому что рано или поздно у нас станет вопрос о здоровье нации, у нас станет вопрос о здоровье, о нехватке вот именно морских минералов, микроэлементов, аминокислот, того, чего мы не можем получить ни одного продукта, который мы вырастим на земле. Поэтому вот это море, оно нас должно вылечить, оно должно помочь все-таки дальше, ну, как-то вот наладить все-таки вот продовольственную вот эту вот ситуацию, выровнять ее. То есть я думаю, что вот именно аквафермерство, оно должно обязательно вот это все это выровнять, спасти. И это экономически, во-первых, выгодно, а во-вторых, это, ну, привлечение туристов. Это гастрономический туризм, это, ну, лечение, это получение различных биопрепаратов и так далее, медицинских. Я не говорю о косметологии и так далее. То есть море и вот эти вот морепродукты, которые мы можем выращивать, может использоваться как сырье для и развития других отраслей. Поэтому кроме продовольственной безопасности, кроме, скажем так, возможности дать жителям Украины в первую очередь, да, полноценно питаться, это огромные возможности для бизнеса. Поэтому мы увидели, скажем так, свою задачу в том, чтобы показать в первую очередь, какие есть на сегодня мировые тенденции, то есть как на сегодняшний день устроены международные рынки, где есть спрос, потому что есть большой действительно экспортный потенциал, как по, скажем так, по рыбе, по моллюскам, так и по водорослям и производным отсюда. Значит, показать те технологии, которые сегодня доступны, то есть каким образом это практически можно реализовать. Мы показали те, пусть и немногие, но успешные проекты, которые сегодня начаты в Украине и реализовываются на определенных территориях. Мы поговорили о рисках, которые есть. Это риски и законодательные, и в том числе риски отсутствия знаний, то, что мы пытаемся сегодня решить, связанные с заболеванием, с экологической ситуацией, с тем, чтобы... Те предприниматели, которые сегодня начинают подобные проекты, а их фактически было больше половины участников, смогли принять для себя правильное управленческое решение, смогли использовать те инструменты поддержки, которые есть, причем это от инструментов Европейского банка реконструкции и развития по частичному финансированию, например, консультационных услуг, до, например, инструментов, которые есть в Николаевской области, по частичному покрытию процентних ставок по кредитам для малого бізнесу. Це обласна програма підтримки підприємництва. Враховуючи і наявність цих ресурсів, і те, що попит великий, чому досі ми, поки не встиг поставити запитання, мені повідомляють, що у нас є дзвіночок, послухаємо глядача, а потім продовжимо. Будь ласка. Здравствуйте. Моя фамилия Томачинская Людмила. Я хотела сказать, что новое – это хорошо забытое старое. У нас было рыбное хозяйство шикарное в Матвеевке. Ну, что сказать, его, ну, мягко сказать, развалили. Вот. Вообще нужны Николаеву вот мидии, значит, этот, тот же толстолоб. Вот, крупные креветки, ну и я считаю, что вот очень такой вот опытный и деловой товарищ, забыла фамилию, ну вот присутствующий товарищ. Дякуємо, дякуємо. Я згадав Жванецького. Як він ще в 80-х казав, мовляв, куди поділась риба, наш бичок, ще щось там, кілька. Чому ми змушені їсти це морожене нещастя з Далекого Сходу, який вже хтось їв? Ну, він так пожартував тоді. Вот об этом, собственно говоря, и шла сегодня речь. Мы, безусловно, вспомнили о том потенциале, который, к сожалению, сегодня утерян. Вот. Но, опять-таки, территория Николаевской области, наша береговая линия, и тот, скажем так, тот потенциал, который есть, это возможность. Не использовать ее было бы преступлением. Ну вот глядачка майже додала до мого запитання, чому досі це не використовувалось, і які є сподівання, які є гарантії,
що вдасться якось щось реалізувати тепер, адже стільки часу минуло даремно. Ну, звідки впевненість чи бажання якось? Ну, наверное, все совпало, то есть уже какая-то критическая точка уже достигнута, кипение, не кипение, то есть я думаю, что сейчас как раз ситуация должна поменяться, то есть все как звезды встали, потому что действительно внезапно все разрушилось, все как-то вот перестало контролироваться, усилилось прессинг браконьерства, то есть вот все природные ресурсы, которые, собственно говоря, надо было восстанавливать, они все просто истреблялись. Потихоньку, потом быстрее, больше и больше, но, к сожалению. Тут еще и, конечно, государство, потому что у нас законодательство, ну, к сожалению, или не работает, или недоработано, не продумано и так далее. То сейчас все вот в один голос говорили, что очень хотим, понимаем, готовы, есть потенциал, есть желание тормозиться на стадии получения разрешений, на стадии сертификации. Многие просто разводят руками, даже офисные работники, то есть вот государственные структуры, они разводят руками, когда мы не знаем, как сертифицировать. То есть не продумано, то есть это должна быть все-таки волевое решение сверху, снизу, вокруг и так далее. То есть вокруг этой темы надо все-таки объединяться. Вичайте, Оксана, ми зараз повернемось до процедури. У нас є ще дзвіночок. Зацікавила, мабуть, тема глядачів. Слухаємо вас. Добрый вечер. У меня представитель мужского пола, костюмный, что сидит. Артем, вот вы говорите, что у нас очень большой потенциал, был потенциал. Ну, мы же сами его убили, этот потенциал. Вы посмотрите, стихийный торговля рыбой. Вот здесь у нас у сквера Макарова, какой там ассортимент и морской, и раки. Раки запрещены, они не рестятся. И никто ничего не делает. И мы жалеем о том потенциале, а сейчас уничтожаем этот потенциал. Об этом надо думать. Спасибо вам большое. Дякую вам. Ну, видите, фактически наша зритель ответила на тот вопрос, который вы задали. И то, вот о чем говорила только что Оксана, действительно... Я бачу, не все реагуют. Вот у вас появилось бажання, у всех, кто сегодня взял участие в конференции, было бажання, а у тех, кто начебто має контролювати и кто с таким скрипом дає дозволи на підприємництво, під носом торгують браконьеры. Да. Дело в том, что, ну, во-первых, ну, фактически это беспомощность во многих вопросах контролирующих органов. И, ну, давайте так, будем говорить откровенно, эта беспомощность часто не объективная. Мы понимаем, и целый ряд коллег, которые сегодня выступали, делились своим опытом, есть огромные коррупционные потери, и это один из рисков. Поэтому то, что торгуют... Какие вкладываются в бюджет? Конечно. Рызык. И то, что сегодня торгуют фактически браконьерской рыбой, то есть это то, что допустилось. То есть это то, что сегодня фактически не доработали, с одной стороны, контролирующие органы, с другой стороны, мы не создали экономических условий для нормальной реализации проектов, для нормального ведения бизнеса легального. Понимаете? То есть сегодня дешевле вести нелегальный бизнес, чем честно создавать рабочие места, инвестировать в создание новых производств. Поэтому та ситуация, в которой мы сегодня находимся, вот результат вот этого. И действительно потенциал большой есть. И то, что такая продукция есть сегодня на прилавках, там, и часто это, ну, просто на улице, да? То есть она есть, она в принципе добыта из наших водоемов. Вот. Проблема в том, что она добыта, но ничего не сделано для восстановления. То есть фактически вот такой вот неконтролируемый вылов приводит к тому, что этот ресурс не восполняется. Поэтому это вот еще один аспект, почему сегодня необходимо об этом говорить. Я бы еще хотела сказать, что это еще не безопасно, потому что сейчас жарко, лето, высокая температура, то есть вот эта рыба, которая и раки, и все остальное, которая внешне выглядит, по крайней мере, более-менее свежей, не факт, что вы принесете ее домой, это будет отравление. И я хотела еще, вот сегодня была статистика приведена, что ввоз рыбных ресурсов и морепродуктов в Украине составляет почти полмиллиарда долларов в год. Ввозится. То есть мы импортуем. Абсолютно. Конечно. То есть кто-то заинтересован именно в ввозе, зарабатывать на этом деньги. И я уже сегодня говорила о том, что мы кормим чужую аквакультуру, чужое рыболовство. И мы должны помнить о том, как фраза, если мы не кормим собственную армию, мы кормим вдруг чужую армию. Вот сейчас это как раз и стало. То есть колоссальные деньги, которые ввозятся сюда, продаются на Украине. Это только на
на полмиллиарда ввозится долларов. Здесь же продается еще дороже. И поэтому вот это, видимо, не очень заинтересованы, к сожалению, вот какие-то определенные структуры, чтобы именно обратить внимание и вложить хотя бы часть этих денег в развитие собственной аквакультуры. И экспортировать потом назад. Потому что те же самые норвежцы, которые очень популярны, выращивают большое количество лосося и так далее, самые известные производители, у них тоже не все просто. И с качеством рыбы. И мы должны говорить о том, что даже та рыба, которая к нам поставляется, она, как правило, идет, или это субпродукты. Мы что покупаем? Хребты лососевых, да? Хвосты какие-то лососевые и так далее. То есть мы берем, абсолютно, мы берем какие-то полуфабрикаты, мы даже не получаем хорошие качественные рыбы. А про мидию и все остальное, что мы говорили, вообще ни одного замороженного морепродукта качественного нам, к сожалению, не поступает. Вот в чем еще вот вопрос большой. Мы вроде как едим, и мало при этом едим, так мы еще и некачественно едим. И в виде консервов, заморозки, пресервов и всего остального. Поэтому здесь вот как-то по-другому надо вот на это все дело смотреть, объединяться и все-таки какими-то структурами все это, ну, лоббировать. Ви, очень ви згадали обсяги імпорту морепродуктів, а чи відомий вам хоча б приблизно обсяг тіньового обігу в Україні, от те, що продають так само браконьєри, можна якось його оцінити? Ну от Україна офіційно виловила в 2017 году около 900, да, по-моему? 900 тонн. И вот приблизительно, нет, рыбы и морепродуктов. И вот приблизительно в такой же объем считается и браконьерство. То есть практически легальный рыбодобывающий комплекс легально добывает столько же, сколько и браконьеры. То есть браконьеры исчерпывают запасы Черного моря и так далее в два раза быстрее, чем легальный рыболов, к сожалению. И при том, что сегодня у нас 27 число, день рыболова, день рыбака, мы умышленно планировали мероприятие именно на эту дату, чтобы все-таки еще раз обратить внимание на необходимость все-таки системного регулирования этой отрасли, понимая, что просто вылов без постоянного восстановления, без зарыбления водоемов, а это задача государства, то есть без этого в долгосрочной перспективе, да, развивать этот рынок не получится. Так эта программа была, в том-то и дело, что была программа зарыбления, и я тот же самый пеленгаз. Я хочу уточнить, Артем, сегодня у Всесвітній день рыбака, рыболова, на такие представительские конференции были представники державных структур? Да, необходимо сказать, что был представитель рыбоохраны Николаевской области, он, к сожалению, не выступил, однако вот присутствовали целый ряд коллег, которые представляют различные общественные наблюдательные органы, общественный совет при, по-моему, при Держ... Ну, тобто да, були, то есть, были представители державной структуры. И вот, кстати, о сегодня присутствующем новом руководителе, в принципе, были сказаны позитивные слова. То есть, ну, для нас тоже это определенный хороший знак, что определенная работа после того негатива, который, ну, николаевцы все знают, что происходило в Николаевской рыбоохране, сколько там негативных событий, коррупционных скандалов было, по крайней мере, на сегодня есть повод для сдержанного оптимизма. У нас залишається хвилина, можливо, півтори. Я пропоную вам стисло пояснити причини вашого оптимізму і що найближчим чином може змінитися, якщо зміниться. Тобто, от в цьому році буде готовий проєкт, наприклад, будівництва ферми в Миколаївській області. Дело в том, что, ну, во-первых, мы увидели сегодня горящие глаза, желания людей, которые подходили, интересовались, действительно хотят продолжать это все. Это первое. Второе, что действительно есть технологии, есть специалисты, которые хотят это все сделать. Вроде бы, понятно, и банки вот уже готовы финансировать и так далее. И главное, что у нас был представитель сегодня из Министерства рыбного хозяйства Украины, и он готов лоббировать эти интересы там, и вплоть до того, что даже организовать встречу с новым министром, со специалистами уже министерства, и наконец-то найти вот эти ходы, найти выходы, и все-таки прописать вот эту зеленую карту дорожную, как мы все-таки должны дойти. И в ходу надо. Ну, в первую очередь, фактически сформирован сегодня общественный запрос на то, чтобы рынок морекультуры был наполнен. То есть, в принципе, мы с вами понимаем, что для нашего полноценного питания, для, скажем, его разнообразия, нам необходимо это. Рынок огромный, мы слышали цифры. То есть, возможности для реализации успешных бизнес-проектов есть.
Сегодня мы действительно встретились с живыми представителями бизнеса, которые активно сегодня ищут пути реализации подобных проектов. Плюс мы увидели те успешные проекты, которые уже запущены в Николаевской, Херсонской, Одесской областях. Поэтому у нас есть повод для того, чтобы сказать, что у морехозяйственного комплекса, у аквафермерства есть перспективы. Я дуже дякую вам за цю бесіду. Будемо стежити. Мені теж цікаво, як воно буде. Будемо стежити за розвитком подій. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось. Дякую.